Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня речь пойдет про оптику, конкретно разбираем вот этот T-Eagle R с переменной кратностью 4-16 на 44. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. Мы начинаем! Интернет-магазин «Попади в десятку». При покупке данного оптического прицела он приезжает вот в такой надежной упаковке. Внутри я обнаружу бленду и крепления, которые у меня уже установлены. Также здесь я вижу тряпочку микрофибры для бережного ухода и, конечно же, мануал на языке производителя. В оптическом прицеле установлено кольцо для изменения кратности приближения. Данный параметр варьируется от 4 до 16, и это говорит о том, что прицел будет комфортно использовать как на средних, так и на дальних дистанциях. В зоне объектива расположилось кольцо параллакс, а его значение от 10 до бесконечности. Корпус прицела выполнен из алюминия, а его вес почти 700 грамм. Длина нашей оптики 370 мм, диаметр линзы объектива 44, а окуляра 45. Диоптрический механизм находится в зоне окуляра и дает возможность сделать резкое изображение каждому стрелку индивидуально под себя. Прицельная сетка HK расположена на стекле во второй фокальной плоскости. Для настройки оси X и Y в средней части корпуса предусмотрены два барабана – средний и правый. Величина одного клика сдвигает перекрестие на четверть МО. Слева находится барабан, который включает подсветку. Она работает в режиме красного-зеленого оттенка и имеет в свою очередь по несколько уровней контрастности. За батарейку переживать не стоит, ее можно купить в любом бытовом магазине, а ее название SR2032. Про характеристики и комплектацию мы с вами поговорили, и осталось разобраться в одном вопросе: где же можно приобрести данную оптику? На самом деле это не секрет, и сейчас я все расскажу. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. А если у вас уже есть данная оптика, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!